Я уже не плачу тихо по утрам. Бесчувственности вечности. Брошен где-то мир к моим ногам. Верю как в молитву, что есть всему предел, что весь этот ужас кончится, что будет свет как дом, но мир не переделать, чтобы было того вне, на чужие двери я ищу ответ. Thank you.
Gewartet auf und oft gesungen. Weißt du was? Unsere Lieder. Und ihr hört oft was von unseren Performance, Konzerte aufstellen. Weißt du, in Lieben, was wir haben, aber ja, sehr schön gespielt. Und wir können auch so begleiten. Ja. Aber dann, wann war das? 2007? Aber ich dachte, niemand. Eine Leckwurst, man hat die angerufen, das ist auch. Ich bin dann gerufen. Winter, зима, зима моей жизни, как неожиданный снегопад. Все активно, быстро, тепло, легко, лето, красочная осень, аплодисменты. И потом вдруг тишина. Ты только сидишь и понимаешь. Как снегопад. Неожиданно. Осознает.
Я смотрю, как дети играют за окном. Играют снежки. Наверное, мои внуки, внучки, правнучки. И кожные зуайфа-сокля. Униживанные вещи-то. Ну вот, пожалуй, такой маленький перформанс, театр, исповедь. А вот сейчас мы перестроим сцену и начнем вторую часть. Да?